Корж. Предприятие представляет себя. В имении Зицинхоф около Шварндорфа в Баварии в центре Европы 25 лет назад Михаэль Корж начал строить сельскохозяйственные машины. Первыми продуктами были преимущественно трехколесные машины для внесения жидкого удобрения и самоходная сеялка The Exactor. Один журналист сказал: «Неповторимая карьера в сельском хозяйстве. Начав свою работу в кузнице в Верхнем Пфальце, предприятие стало важным игроком на мировом рынке сельскохозяйственной техники». Сегодня предприятие производит посевную и почвообрабатывающую технику для сельского хозяйства. На интернет-страничке Horsch Machine GmbH представлен большой выбор почвообрабатывающей и посевной техники, которая предлагается на рынке сельхозтехники. Своими продуктами и своей философией конструировать сельскохозяйственную технику в зависимости от региональных особенностей фирма Horsch за короткое время покорила мировой рынок. Только тот, кто рассматривает рынки и климатические зоны индивидуально, в состоянии конструировать технику, которая подходит для соответствующих регионов. Технику Horsch можно найти по всему миру. Технический прогресс возникает только тогда, когда знаешь потребности клиентов и когда удовлетворяешь их. Наше предприятие имеет очень стабильное финансовое положение. На протяжении последних 10 лет годовой темп роста нашего предприятия составлял более 20%. Таких показателей можно достичь только с коллективом, который имеет высокое чувство ответственности. Активность и динамика предприятия значительно определяются сельскохозяйственным образом мышления и практическим подходом команды управления Horsch, которой принадлежат ответственные лица за конструкторский отдел, отдел маркетинга, руководство предприятием, отдел экспорта и сервиса, за производство, а также эксперты по финансовым вопросам. Ежегодно возрастающее количество работников говорит само за себя. Сегодня на предприятии по всей Европе работает более 400 сотрудников. Тесное сотрудничество современного менеджмента с одной стороны и лояльного, ориентированного на производительность коллектива с другой создали на предприятии здоровую структуру персонала. Сотрудник с многолетним стажем Тони Грауфогль говорит по этому поводу. Почему я с удовольствием работаю на фирме Horsch? Причина проста. Несмотря на то, что наша фирма развилась в довольно большое производственное предприятие, здесь все равно осталась непринужденная семейная атмосфера. Руководство компании остается доступным, в отличие от других больших фирм, где шеф сидит где-то наверху, и уже никто его лично не знает. В нашей фирме все члены правления всегда готовы выслушать любого сотрудника компании. Эта непринужденная семейная атмосфера мне нравилась всегда и продолжает нравиться по сей день. Под руководством Михаэля Хорша, Филиппа Хорша и Хорста Келлера предприятие характеризуется экономической стабильностью, финансовой независимостью и социальной активностью. Основанный фирмой Horsch благотворительный фонд поддерживает социальные проекты по всему миру. Преимущественно в форме микрокредитов деньги передаются людям, которые в них нуждаются для создания собственных средств к существованию. По случаю 25-летнего юбилея фирмы фонд Horsch поддерживает проект «Медосупер в Украине». Этот проект может помочь 5000 небольших фермеров. Horsch также предлагает обучение по специальности. Здесь молодые люди находят свое профессиональное будущее, как производственные механики, специалисты по сбыту и снабжению или как лакировщики.
Практиканты из таких областей, как сельское хозяйство, конструирование и маркетинг, с удовольствием работают на Хорш. Летом 2007 года был открыт новый завод в Роненбурге, Тюринген. Здесь, при непосредственной близости автомагистрали, на площади 95 тысяч квадратных метров, производятся в основном сеялки Пронто, культиваторы Чирана и дисковые бораны Джокер. Эти три вида машин являются основными составляющими оборота на заводе в Роненбурге. Сотрудники самостоятельно и под собственную ответственность изготавливают технику на производственных линиях. Высокое качество обработки всегда на первом месте для Хорш. Качество материала, известные и надежные поставщики – это основные предпосылки для производства высококачественной техники. Современный лакировочный цех для производства сельхозтехники находится в Роненбурге. Здесь на технику наносится специальный полиэстеровый порошок для создания высококачественного, стойкого к атмосферным влияниям лакировочного покрытия. Этой водоочистительной установкой с помощью ионообменника за час возвращается в рабочий цикл более чем 200 литров использованной воды. Специальные краны для погрузки и грузовые автомобили обеспечивают надежный и бережный транспорт техники от места производства клиентам по всей Европе. С помощью перевозок в контейнерах техника достигает места своего назначения по всему миру. Хорш экспортирует около 70% своей техники. Партнеры и собственные филиалы, такие как Хорш Франция, Хорш Украина, Хорш Русь в России и Хорш Андерсон в США, являются важными центрами для продаж техники Хорш по всему миру. И техника Хорш представлена в более чем 40 странах мира. Идеи и прежде всего креативность инженеров-конструкторов Хорш обеспечивают конкурентные преимущества во всем мире. Конструирование новых продуктов, отвечающих требованиям рынка, и оптимирование существующих – это основная цель братьев Хорш – Михаэля и Филиппа. Современная система автоматического проектирования с программным обеспечением 3D и высококвалифицированные сотрудники позволяют быстро и точно обрабатывать и внедрять технические проекты. Детальная и простая для понимания техническая документация является предпосылкой для быстрого и, прежде всего, качественного производства. Система автоматического проектирования передает конструктивные параметры через канал передачи данных непосредственно на производство. Здесь с очень большой точностью и с минимальным количеством отходов производятся детали для дальнейшего производства, а также трехмерные заготовки. Сегодня с помощью современных методов конструирования
Хорш производит более чем 100 различных видов посевной и почвообрабатывающей техники. Разнообразная линейка продуктов охватывает технику от самой меньшей 3-метровой машины до широкозахватных машин с рабочей шириной 18 метров. Гидроимпульсная установка – высокосовременная симуляционная система, которая применяется в автомобильной промышленности. Здесь, путем создания длительных нагрузок с помощью программного обеспечения на протяжении нескольких дней, могут симулироваться сложные условия работы в поле на площади 20 тысяч гектар. Таким образом, уже на прототипах выявляются и устраняются слабые места на рамах или на монтажных деталях. Качество Хорш находит свое отражение в мировом рекорде. Хорш установил мировой рекорд по посеву зерновых. В Украине посевным комплексом Air Seeder с рабочей шириной 18 метров за 24 часа было засеяно 571 гектар зерновых с одновременным внесением удобрений. Скорость и эффективность в сельском хозяйстве играет все большую роль не только через затраты на энергию и оплату труда. Также изменение климата – это пункт для экономически эффективной почвообработки. Все чаще говорят об экстремальной засухе или влажности. Фермерам остается все меньше времени для обработки почвы и посева. Им всегда необходимы простые, быстрые, точные и надежные машины для того, чтобы постоянно увеличивать урожай. Фермерам нужна современная и солидная техника для работы в поле. Такую технику производит Хорш. Братья Хорш тесно связаны с сельским хозяйством. Они сами говорят: «Сельское хозяйство – это наша страсть. Мы есть и всегда были фермерами и знаем, что необходимо фермеру». Основные предпосылки для изобретения новой техники. Она должна повышать производительность, снижать издержки и надежно работать. Требование в сельском хозяйстве заключается в том, чтобы за меньшее время обработать больше площадей с низкими затратами и получить высокий урожай. Техника Хорш производится под этим девизом. В 1998 году был основан Хорш Фид Центр, и таким образом он стал первым центром обучения в отрасли производства сельскохозяйственных машин. ФИД-центр – это центр для исследований информации и технологий. При поддержке государственных и частных учреждений в этом центре исследуются и усовершенствуются различные способы обработки почвы. На семинарах, обучениях и практических днях, которые проводятся круглый год в ФИД-центре Хорш, все заинтересованные могут получить детальную и актуальную информацию, касающуюся важных аспектов земледелия. Одной из технических тонкостей в ФИД-центре является мини-поле. Другие центры исследований информации и технологий находятся в США и Франции. Для клиентов Хорш – это надежный поставщик почвообрабатывающей и посевной техники. Удовлетворенность клиентов Хорш имеет решающее значение для будущего фирмы. Список клиентов Хорш большой, но всех их объединяет абсолютное доверие продуктам Хорш и удовлетворенность ими. Это отображается в рейтинге имиджа фирм немецкого аграрного общества. В последние годы в этом рейтинге Хорш занимает передовые места. Высококвалифицированный и приветливый сотрудник сервисной службы Хорш всегда оперативно реагирует на все вызовы клиентов.
Фирма Хорш оптимистически смотрит в будущее. Потребность в продуктах питания за следующие 25 лет возрастет в два раза, и таким образом будущее находится в почве, которая является основой обеспечения продуктами питания во всем мире. Со многими новыми продуктами для современного сельского хозяйства фирма Хорш будет идти в положительное будущее. Хорш. С любовью к земле.